которая складывается в Украине, очень выгодна американцам. Это то, что надо для Америки. Поэтому, наверное, не позвонит. Но я говорю к тому, что война может закончиться очень быстро, если он позвонит. Если Америка займет позицию установления мира на украинской земле. Но эта позиция им сейчас не нужна. Она не в их интересах. Все, что творится в Европе сейчас, очень выгодно американцам.